Масштабы жилого строительства, в том числе и социального, сегодня оценили ветераны. Все они в разное время руководили Северодвинском и городскими учреждениями. Сегодня состоялось выездное заседание консультационного совета при мэрии Северодвинска. Дом на улице Профсоюзной уже заселен. До конца года по программе переселения из ветхого и аварийного жилья сдадут еще два. Сейчас в городе строится 19 зданий, в том числе и коммерческого жилья. Два дома жилого комплекса «Речной» на улице Чеснокова уже заселены. Всего здесь 9 зданий общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Началось строительство жилого комплекса «Парус» на площади Пашаева. Северодвинцы стали чаще приобретать квартиры по сертификатам именно в новых домах. Помогают областные и федеральные жилищные программы. Красивые дома, хорошая облицовка. Причем дома, которые... квартиры, которые уже готовы к вселению и которые на современном уровне оснащены всем необходимым. То есть вселяйся и живи. Радует то, что все улицы и проспекты, значит, приведены в порядок, красивые, значит, чистые. Вот. Другое дело, и многие дороги отремонтированы. Другое дело, что не все еще сделано, но для этого надо время и деньги. Это самое главное. У драмтеатра за лето отремонтировали фонтан. В планах приступить к ремонту второго фонтана на привокзальной площади. Проверили и ход строительства крытого ледового катка. Подрядчик не выдерживает сроки, но до конца года этот объект должен быть построен.